Мы тут недавно узнали один китайский секрет от нашего родственника из Астрахани, что... В общем, когда вы режете лук, чтобы не реветь, чтобы не текли слезы, для этого нужно на уши повешать шкурку лучью. Ну, это шелуха называется. Шелуха, да. Нужно чем повесить. Больше, чем больше повесите, тем эффективнее. Да, надо. Причем на оба уха, на правое и на левое. Тогда можно смело резать лук, и никаких слез не будет. Абсолютно. Это как шампунь без слез, да? Это даже лучше, чем шампунь без слез. Вот китайцы, да? А мы всю жизнь живем и даже не знали об этом. Работает ведь? Очень. Режет лук, не ревет. Спасибо, брата. Улыбается, довольна. И лапшу на уши вешать не надо. Так что вот такой лайфхак для домохозяек. Главное весело.